Станция поисково-спасательного отряда, что базируется недалеко от городского пляжа в районе моста Гао. Именно это место стало традиционной площадкой для тренировочных мероприятий по спасению утопающего. Действующие лица – спасатели поисково-спасательного отделения и условный пострадавший. По легенде, на пульт ЕДДС поступило сообщение от очевидцев, что в водоеме просит о помощи человек. За считанные минуты специалисты прибыли на место предполагаемого ЧП. Оказали помощь утопающему. Значит, спасли, оказали первую помощь на берегу и в дальнейшем передали скорую помощь. Стоит отметить, что подобные тренировки у спасателей проводятся регулярно, ведь от слаженных действий этих людей зависит жизнь. Спасатели выдвинулись на место спасения в течение 2 минут, отработали все нормативы. Общая оценка удовлетворительна. Традиционно пляжный сезон в Димитровграде стартует 1 июня. А это значит, что это время не только отдыха у городских водоемов, но и предельная внимательность. К счастью, по статистике, за прошлый купальный сезон на городских водоемах не зафиксировано случаев гибели людей. Но это совершенно не говорит о том, что настало время ослабить бдительность.